Вот вы когда распутываете удочку, внутри какие-то мысли на удачную рыбалку или что-то проходит? Какие-то есть свои ритуалы? Нет, вот ритуалов, конечно же, нету. Хотя многие рыбаки меня сейчас просто не поймут. У каждого есть свои какие-то заветные слова, приговоры, вот. Обряды даже у некоторых. Виктор Макаров – рыбак со стажем, с удочкой, знаком с детства. В его семье страсть к традиционному северному хобби испытывают все. Виктор шутит – семейный подряд. Любимый вид рыбалки у молодого человека – это зимняя. Там, во-первых, нет комаров, которые очень сильно надоедают. А во-вторых, там вариантов больше, куда уехать. Да и интересней. И в палатке пожить можно, и печку потопить. Ну, как-то своя романтика в этом. Зимней рыбалкой у Виктора связаны несколько забавных случаев. Один из них принес самую маленькую в копилке рыбешку. Но самая маленькая была поймана, наверное, все-таки мотобуром. Когда пробурил лунку, она просто вместе с водой вышла. Там буквально, не знаю, сантиметр 3-4 рыбинка была. Золотая рыбка? Да, не иначе. Где ловится большая рыба? Этот секрет Виктор не раскрывает. У каждого свои места. Однако про наживку и снаряжение, благодаря которому можно добыть приличный улов, рассказывает охотно. И не только нам. Снаряжение – все дело. Вот, в каких-то своих удочках, донках, жерлицах. Вот, как они все устроены. Конструктивные особенности. Хотя это все я, в принципе, рассказываю на своем YouTube-канале. Первую экшн-камеру Виктор купил в 2013 году. Однако активным продвижением канала занимается только последние 2-3 года. С тех пор рыбалка перестала быть той самой классической рыбалкой. 4 живца. В числе подписчиков Виктора более 70 тысяч человек. Его видео собирают десятки тысяч, а некоторые и сотни тысяч просмотров. На канале должно было появиться и видео с праздника рыбаков, который отмечается 12 июля. Традиционно в этот день в регионе проходят соревнования по рыбной ловле с костром и ухой. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие не состоится. Его перенесли на неопределенный срок. Мария Даник, Владислав Носкин, телеканал «Север».